Сели все перед экранами. В глаза мне смотрим. В эфире игра «Жалкая, ничтожная личность». Слева... Я сказала «в глаза!» Представьтесь, пожалуйста. Евгений, страховой агент. Я очень боюсь. Это хорошо. Главное, не стесняйтесь плакать. Следующий. Витуаль. Художник-флорист. А по-русски? Садомаз. Дальше. Анжелика, секретарьша. Сидоренко, прапорщик в отставке. Яков, профессор. И мы начнем с игрока, чье имя первое по алфавиту. Это вы, Яков. Позвольте, ну я, это же буква... Ваше мнение уже никого не интересует. Команда решила, что вы жалкая, ничтожная личность. Прощайте. Отлично. Прекрасно. Да. 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 Yes. В этом раунде вы не сумели положить в банк ни копейки. Следующий раунд будет короче на 10 секунд. Нет, на 30. О боже, мы же не успеем. И я начинаю раунд. Евгений, в хоккей играют клюшкой или шайбой? О боже, за что? Может, другой вопрос? Нет, Сидоренко. Я. Лес рубят, что летит? Ракета. Правильно. Анжелика, назовите автора таблицы Менделеева, фамилия которого начинается на Менде. Банк, пас, не знаю. Витуаль, в трамвае ездят по талонам или по карточкам? У меня Ламборджини Дьяволо после аварии. Ах, как это было чудесно. Меня вырезали ножницами. Вытаскивали клещами через багажник. Правильно. С острыми Евгений. Краями. Нет, не называйте меня. Я не успею ответить. О боже, очень мало времени. Мало. Пожалуйста, не надо. Время вышло, и я не успеваю задать вопрос. Итак, кто из вас самая жалкая, ничтожная личность? Нет! Не выгоняйте меня, я прошу вас! Не выгоняйте! Я выучу все! Я куплю энциклопедию, я куплю и выучу все! Я же такой молодой, мне еще жить да жить, я куплю! Евгений, вас никто за язык не тянул. Вы сами во всем признались. Убрать! Не надо! Я прошу вас, не надо! Я еще отвечу! Какой-то про хоккей! Что? Хоккей? Чем играют? Скажите! Прощайте, я отвечу! А мы продолжаем. Анжелика. Баба с возу, кому-то легче? Банк, пас, не знаю. Сидоренко. Я. Во сто шуб одет, сидит кто? Вор. Шубы крадены. Вор должен сидеть в тюрьме, я сказал. Вор. Правильно. Витуаль, небольших размеров предмет, как правило, бесполезный. Наручники железные и цепи по всему телу. И ошейник, и плетка. Ах, как я это люблю. Неправильно. Плетка. Неправильно. Вы сломали мебель, Витуаль. Правильный ответ – шпулька шпенделя моталки. Анжелика, водка спиртной или алкогольный? И я не успеваю задать вопрос. Добавьте время, я закончу вопрос. Спасибо. Анжелика, водка спиртной или алкогольный напиток? И вы не успеваете дать ответ. Итак. Кто из вас самая жалкая и ничтожная личность? Да, я жалкий. Да, хозяйка, я раб. Вы не знаете самых элементарных вещей. Да, еще. Вы грязный извращенец. О, топчите вы меня. Вы сломали всю мебель. Топчите меня. Лох, чмо, дрянь. Убрать? Еще топчите меня! Пытайте! Ножницы, дайте мне лом! А мы начинаем финальный раунд. Сидоренко. Я. На какой сигнал светофора нужно остановиться? Стой, раз, два. Правильно. Анжелика. Банк, пас, не знаю. Сидоренко. Сидит в темнице девица, а что на улице? Охрана. Неправильно. Правильный ответ – на улице зима. Ну, а я говорю, что? Я же говорю, охрана в зимней форме одежды. Устав почитайте его. Вы со своим уставом в чужой монастырь идите, а в мой не надо. Вы – жалкая, ничтожная личность. Убрать!
Анжелика. Прощай. Восемь кинотеатра. Я же ты моя любимая. Стойте! Стоять! Стоять! Моя! Все, хватит, хватит, хватит. Все, хватит. Сам. Анжелика. Банк. Ас. Не знаю я. Не буду я с вами играть. Что вы повыгоняли всех? Зачем вы полковника-то выгнали? Дура какая-то. Так хорошо играли все. Сегодня у нас опять нет победителя. Все жалкие, ничтожные личности. Хотите с нами сыграть? Тогда мы идем к вам. Аф!